Закон о двойном гражданстве и трактация этого закона у нас, мне кажется, что несколько нарушает все-таки свободы личности. Вот. Если человек мечтает быть гражданином, например, Украины и России, или же, допустим, России и Казахстана, или Украины и Казахстана, мне кажется, что здесь должны быть договоренности на государственном уровне, и человеку совершенно не обязательно будет уведомлять власти той или иной страны о том, что у него есть гражданство еще и данного государства. Здесь на государственном уровне, мне кажется, политики должны договориться таким образом, что, скажем так, если человек нарушил какой-то закон на территории, например, России, и уехал в Казахстан, прикрывшись паспортом Казахстана, он должен знать точно, что и там его настигнет кара.